Эуфорбия или молочай в основном размножаются вегетативным способом, а именно укоренением стеблевых черенков. В качестве маточника можно использовать растения разных возрастов. Черенки нарезаем с побегов текущего или прошлого года прироста. Более старые побеги или части побегов для размножения непригодны по той причине, что значительно труднее развивают корни. По возможности рез делаем в месте сужения. Черенок нарезаем длиной от 2 см. В месте среза черенка непродолжительное время начинает выделяться млечный сок. Его смываем теплой водой. Черенок высаживаем в сухую почвенную смесь, углубляя место среза на 15-20 мм. Почвенная смесь предварительно должна быть стерилизована. Черенкам обеспечиваем условия корнеобразования. Освещенность, рассеянный солнечный свет 40%. Температура 16-35 градусов по Цельсию. Первый полив делаем через 2 недели после посадки. Частота полива 1 раз в 2 недели и только в солнечную погоду и при указанном температурном диапазоне. Через 2-3 месяца, в зависимости от соблюдения условий корнеобразования, развивается корневая система. После этого молодые растения рассаживаем в индивидуальные горшки. Важно, как при посадке черенков, так и при посадке молодых растений, размер горшка должен быть минимальным. В нашем случае черенки сажались в горшок 60 мл, а молодое растение высаживалось в горшок 40 мл. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить под ним палец вверх, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, для того чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам удачи и увидимся в следующем выпуске.